вы смотрите видео об отеле «Панорама». Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель «Панорама» расположен в стране Андорра в регионе Эскальдес и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. 200 километров от аэропорта Барселона, в центре Эскальдес, в 6 километрах от подъемника. Остановка автобуса в 150 метрах от отеля. На территории отеля имеется 1 ресторан, 1 бар, 1 крытый бассейн, спа-центр, 6 конференц-залов до 100 персон, прачечная, лифты, обслуживание номеров, интернет-кафе платно, Wi-Fi на территории всего отеля бесплатно, лыжное хранилище, парковка платно, в номерах есть ТВ-спутниковое телевидение, центральное кондиционирование, сейф бесплатно, мини-бар платно, ванна, фен, телефон, подключение к интернету бесплатно, детская кровать по запросу, смена белья и полотенец каждые 2 дня. Номерной фонд отеля состоит из 139 стандарт рум, 25, 35 М2, максимум 4 человек. 34 Privilege Room, 25, 35 М2, полностью отремонтированные номера, максимум 4 человек. 4 Junior Suite Rooms, 55 квадратных метров, спальня с гостиной зоной, ванна с гидромассажом, максимум 4 человек. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть фитнес-зона, располагая открытым бассейном, сауной, джакузи, тренажерным залом и солярием. Также на территории отеля находится телевизионный салон, 6 конференц-залов. Гости отеля пользуются услугами центра таласотерапии отеля Рак Бланк. Также бесплатно доступны фитнес-центр, сауна, джакузи. За дополнительную плату имеется массаж, бильярд. Для детей есть в ресторане детское кресло, детское меню. Год постройки гостиницы – 1991. Год, когда был сделан последний ремонт – 2012. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.